Да, друзья, ну, слава богу, узнал я, что водитель жив. Оказывается, они тут в легковой сидят недалеко. А бак, смотрю, оторвало. И вон куда он улетел. Воняет, конечно, соляркой капитально здесь. Кошмар, а еще, говорит, РФ-то в режиме. Упал на бок, да еще завелся, говорит. Слава богу, говорит, водитель не пострадал. Но РФ, походу, под списание, наверное, пойдет. Эх, тут солярки налито. Моё. Кошмар. Вчера, говорит, вечером случилось это. Как раз начало подмораживать. И вот такая беда случилась. И вот, говорит, стоим уже час. И никто, говорит, не останавливается. Все проезжают. Поглядели. Лежит в кювете. И ладно. А подойти, узнать, проверить, может, водитель-то зажат. Где в кабине? Никому. У всех свои проблемы. Да, здесь только кран нужен. Больше здесь ничего не поможет, а тем более машины груженые. Сейчас как-то это дело расцеплять. А как расцеплять? Нет, только за голову поднимать. Капец. С такого косогора. Хорошо, не кувыркнулся на голову, а то бы еще и прицепом все раздавило бы. Вот так, ребята, будьте осторожны зимой. Гололед не прощает ошибок.